Музыкальный рейтинг Top Charts – это не только коллекция любимых клипов, но и яркие сюрпризы. Один из них уже в этой студии – Томас Нева Грин, певец из Дании, чье творчество так популярно в нашей стране. А я знаю, что ты уже много лет в России, но для наших телезрителей, для нашей аудитории хочется задать тебе вопрос. Что все-таки тебя заставило перебраться в Россию? Ну, я думаю, сейчас это как мой дом. У меня есть жена и у меня есть ребенок, Иванка. 5 дней назад. Это мой дом сейчас. У тебя 5 дней назад появился ребенок? Ну да. Иванка Томасовна. Иванка, это как старославянское имя. Да. Да? Девочка, да. Это практически эксклюзивно Европа плюс ТВ. Ну что ж, мы тогда тем более тебя поздравляем. Она родилась здесь, в месте, которое называется Лапино. Village called Lapino. Я очень рад. И очень устал. Но ты уже чувствуешь себя вот в России, что ты дома? Да, это как мой дом сейчас. Но я говорю по-датски с Иванкой и мама по-русски. Ты расскажи нам какие-нибудь новости, чего ждать поклонникам в ближайшее время? Будет что-то новое? У меня есть сейчас новая песня, и я думаю, через 2 недели у нас есть презентация, и это очень смешной видеоклип, типа смешной песня. Это не очень серьезно, это не очень романтический, но это как акустический хаус-мюзик, я думаю. It's something new. Это нечто новое, нечто свежее. Готовьтесь. Запаситесь терпением. Я уверен, это будет настоящий хит. Песня называется Pick Up The Phone. Ну что же, презентация состоится в Москве? Да. Так приятно, когда ты стараешься говорить на русском. Это наш язык, музыка и любовь. Какая для тебя основная цель в твоем творчестве? Я люблю выступать перед людьми. Ты знаешь, когда люди приходят в клуб, они очень радостные. Но в России может быть чуть больше, чем в Дании. Хотя везде люди наслаждаются хорошей музыкой. People enjoy good music everywhere. I'm very happy when we finish. Я очень счастлив, когда мы заканчиваем работу с ней. Но главная награда – это, конечно, когда люди ее слышат. Нам это нужно. Люди нам аплодируют, для этого мы и работаем. Если ты хочешь быть успешным, тебе не надо копировать других людей. Тогда у тебя будет шанс добиться успеха. Но также у тебя есть большая возможность провала. Многие артисты копируют других музыкантов, думая, что это является ключом к успеху. Они копируют лучшие хиты, но это не принесет результата. Оставайтесь собой. Я очень рад быть здесь, в Top Charts. Продолжайте смотреть Европа Плюс ТВ и встретимся 14 апреля на дне рождения телеканала. С днем рождения! My name is Thomas Nevil Green. Томас, мы будем с нетерпением ждать от тебя новых хитов и всегда рады видеть у нас в гостях. Thank you so much. Thank you.